Добрый день. Предлагаю посмотреть лот сток мужской серию. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И на этот лот у нас сейчас действует акция скидка 15%. Поэтому смотрим. Лот очень хороший. Начнем мы с брюк. Это брюки хлопок. Очень такие мягкие, прям приятные. 28 размер. А сзади немножко на резиночке. Дальше у нас джинсовка S-размер. Тоже такая необычная. Вот. С лампасами, с рисунком. 2XL размер. Это джемпер. Очень плотный, даже я бы сказала, как свитер. Ну, прям очень такой тепленький. Но хлопок. Здесь XL размер, рубашка, хлопок тоже. Здесь XS размер, шорты, плотный хлопок, без подклада. Элька, джемпер. Дальше тоже джемпер, потоньше немножко, здесь M размер, очень тоже мягкий, приятный на ощупь. Здесь евро 42 размер, брюки, тоже хлопочек. S-ка, футболка, хлопок. Джинсы 38 размерчик, евро. У этой марки, у джинсы, брюки, у всех почти, ну, длина очень такая, ну, длинная, в общем. Здесь XL размер, рубашка. Тоже хлопочек. Дальше брючки у нас идут как джоггеры, хлопок. И размер здесь 30. Вот такие. Брюки пижамные, фланелевые, очень классные брючки. S размер. Вот. Такие плотные, тепленькие, прям очень мягкий фланель. И здесь тоже S размер, это рубашечка. То есть вот полная пижама полноценная. Здесь XS размер, это поло. Вот такой лампасик по рукаву. Тоже хлопок. Здесь брюки. 38 евро размер. Тоже евро 38 размер. Это шорты. Хлопок. Подклада нет. Без подклада. Здесь 27 размер и 34 длина. Вот такие вот джоггеры тоже джинсовые. Очень классные. Стильные. И плотный джинс очень. Здесь XS размер футболочка. Материал как футболки пола. Обычно такие немножко фактурные. Здесь 36 размер. Брючки, хлопок на резинке. Евро 50 размерчик. Так, сейчас, секунду. Да, 50 размер. Это шорты. Хлопок тоже. Тоже такие очень мягкие, приятные. 30 размер. Брюки. Хлопочек тоже плотные. Здесь М-ка. Рубашка фланелевая. Плотная. XL размер танковочка. Фактурная тоже. Хлопочек. 30 размер. Брюки на резиночке, тоже с утяжкой на поясе здесь.
хлопковые. Здесь Эльга рубашка, тоже хлопок. Шикарное пальто. Так, не знаю, найду ли я здесь размеры. Сейчас посмотрим. Да, Элька. Это Элька. Оно без подклада, но довольно-таки плотное, теплое. Без подплечников и без подклада. Подклад только есть в рукавах, получается. Тридцать четвертый размер брюки, тоже хлопочек, плотные. Здесь XS пола. Брючки спортивные S размер, даже как домашние, можно сказать. Тоненький хлопок. Здесь тоже S-ка, футболочка, хлопок. Брюки 36 размер, тоже хлопковые. Здесь S-ка, джемпер. Джемпер с вискозой, по-моему, такой мягонький очень. 32 размер, 34 длина. Джинсы плотные очень. Здесь S-ка, свитер, воротничок с стоечкой практически. 46 размер, это брюки лен. Тоненькие летние брючки. Здесь М размер, это танковка, но танковочка, ну как джемпер, вот такая. Здесь 27 размер джинсы. О, тоже очень плотный джинс. Здесь у нас пиджак, тоже хлопковый, XL размер, без подклада он. Опять же, только в рукавах подклад. Вот. Очень плотный хлопочек, как знаете, как брезентовый такой. И что еще хотела сказать? Забыла, что хотела сказать. Здесь S-ка, шорты, внутри сетка, подклад, купальные, можно сказать, шорты. Здесь M размер, футболочка, хлопок, 36 размер евро, шорты джинсовые. Здесь S-ка, поло с рукавами, тоже хлопочек, 28 размер, брюки. Хлопок, плотные, как джинсы, но такие мягкие. S, точнее, L-ка размерчик. Здесь рубашка, мне кажется, что-то со льном тоже связано. Очень такая мягкая, не жесткий материал. И, ну, приятная на ощупь. То есть и по фактуре похоже, что там лен, наверное, есть. 38 размерчик. Трикотажные шорты. Здесь S-ка, танковочка, хлопок тоже. L размер майка, тоненькая, хлопок. Здесь 28 размер джинсы, плотные. XL рубашка, короткий рукав, тоненькая. Здесь 30 размер джинсы. XL размер футболка, хлопочек тоже. Здесь у нас 30 размер брюки, карманы с боков, сбоку. Здесь Элька, танковочка, такая зимняя тематика. И очень теплый пуховик. Ну, скорее на синтепоне все-таки. Здесь L размер, но он такой плотный очень наполнитель с капюшоном. Капюшон не отстегивается, и он удлиненный.
еще в этом лоте у нас есть вот такая бабочка, как войлочная на ощупь. Прекрасная. Дальше есть ремешок, растягивается, как из резинок, как будто бы сплетен. Тоненький-тоненький платочек. Носки, высокая резинка. И здесь одни 39-40, вот эти тоненькие носочки, и 43-44. Еще. Так. Два кошелька, одинаковые, по-моему, кошелечки. Вот. Ну, эко-кожа, конечно. И вот такие тоже в зимней тематике трусы, хлопок. Они не тянутся, то есть не боксеры, как семейные, да, трусы. Очень хорошая здесь резиночка. И это 2XL размер. Это весь лот. Подробности в ссылке под описанием. Благодарю за внимание.